Почему в арабских странах девушкам запрещено пожимать руки парням при встрече? Так как мусульмане – это религиозные люди, они придерживаются строгих правил, прописанных в Коране. И одним из таких правил является запрет мужчине на любые прикосновения к телу женщины, на которые он гипотетически в будущем может быть женат, даже если в настоящее время она уже замужем. Например, дядя моего мужа руку пожать мне откажет, а его отец согласится. Почему? Потому что в исламе после развода дядя при желании может жениться на мне, а вот отцу моего мужа это запрещено, так как он считается и моим отцом тоже. И именно поэтому я могу без проблем пожать ему руку, не боясь, что в будущем он решит взять меня в жены.